изначально я начинала, как вот я, Света, юрист, который завела КОС. Решили сделать первую линейку ремнерезов. Вот сейчас вы можете посмотреть, как рождается ванна. Выходит девушка после спортзала и говорит: у меня осталось на сегодня 11 грамм углеводов по норме, что мне можно съесть? Они не побоялись стать бизнесменами и нашли свою нишу. Первые 3 года – это так называемая долина смерти для бизнеса, когда ты работаешь практически 24/7. Я родился и вырос в Тор-Шереметьево, и именно этот район нам сделал такую закалку. Мы отвечаем за качество, за свои слова. Даже самому талантливому фермеру в деревне вот сделать такой продукт, козий сыр, и ты его не продашь. Было уничтожено имущество больше, чем на 100 миллионов рублей. Истории успеха и грандиозных провалов от первого лица в спецпроекте «Сделано на Урале» с 10 марта в новостях 4 канала.